Я рад приветствовать любителей красочных историй на канале Демаку, меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами в поисках света будем исследовать кошмарные мрачные пещеры в игре под названием Ori and the Will of the Wisp. Ну что ж, дорогие друзья, давайте продолжим. Я хочу отправиться вот сюда и попробовать пробраться вот в эти темные места, в самые темные закоулки, я надеюсь, что у меня получится. А нет, получается, я могу здесь плавать. Мне просто света не хватало. Ага. А, это просто кислородный, я понял. Ладно, это место мне не сильно надо. Кислородный карманчик был. Да. И здесь получается у нас с вами проход, да? Вот это вот, приближать, отдалять. Отлично, одно место расследовали. Кстати, довольно прилично сразу нам открыли аж 10, что ли, процентов. Теперь сюда, за остальными ништяками. Возможно, кстати, ништяков здесь не так уж много. Места открывать придется не так уж много. И это тоже радует, с одной стороны, потому что по этой тьме кромешной лазить, вы знаете ли, не сильно-то и хочется. Пойдемте, кстати, на левую сторону сходим, да, здесь. Нас в это место не пускали до этого. А, мы тут подымались. Да, мы тут подымались, у нас пускали. Так, понятно. Ой, там какая пакость, какая пакость. Так, о, как будто это паук, смотрите, да? Будто мы на теле паука стоим. Это, кстати, наверняка и есть паук. Эх, какая гадость. Моки, ты что-то здесь забыл-то, а? Ты светишься? Ты что, дух? Я ловила светлячков, но они все время от меня улетают. Вот бы посадить их куда-нибудь. Куда бы их посадить-то? В баночку? Это единственная какая идея у меня в голову-то приходит. Только в баночку. Довольно, кстати, сильно замажет. Наша орбитальная атака. Вау! Ой. Есть фрагмент энергии и еще. Сейчас, ребята, нам этот фрагмент энергии, ой, как понадобится. Слушайте, а может быть вот эта трухля тоже ломается? Чучундра, вылазь. Поищем, поищем. Ой. Ага. То значит проход есть. Какой
везде все мерзкое, ну просто куда не встанешь, все двигается. Какой кошмар, а? Я хочу все-таки пойти позлить эту вот фигню. Может быть, мы сможем все-таки пробить здесь участочек. Это было бы неплохо, неплохо. Так, еще раз, давай, стреляй. Она стрелять не хочет, она хочет бить. Может, тут стрельнешь все-таки, а? Ну, стреляй давай. Нет. Эта штука, к сожалению, непробиваемая. А вот, кстати, рычажок, да? Ой, это место для испытаний, ты посмотри, да мы сейчас здесь драться будем. За новую ячеечку. Но мы слишком любопытные, мы не можем все не осмотреть перед этим. Так, теперь давайте быстренько расстановка сил. Так, так, погнали. Минус. Ах ты. Зараза. Так. Пауки, она самая противная. Так, ладно. По голове. Очков не дают. Так, и последние пауки. Опять. А пауки ведь мне пока больше всего раздражают. Это все? Последние было всего лишь две противные два противных существа? Так это легко было. Улучшение ячейки. Отлично. Новое улучшение, ребят. Новое улучшение. Давайте посмотрим сразу же, что мы можем поставить. Хотя я не думаю, что мне что-то вообще здесь надо. Я не вижу необходимости. Но вот это можно, да, дополнительный урон. Почему бы и нет, давайте поставим. Дополнительный урон, наверное, это самое то. Ой. Неверно поступил. По привычке. Так, ну здесь мы все и шарили. Все. Нам тут больше делать нечего. Уходим, нам нужно гонку пройти. Гоночку пройти. И плюс ко всему, мне бы хотелось, конечно же, уже за этими вот вещами слазить. Ну и сюда вниз можно будет уйти. Тоже много всего интересного там есть. Так, ну давайте посмотрим, что за гонка. Нужно пройти вот так, тут пробежаться, пройти через низ. Я тут убьюсь тысячу раз. Даже представить себе не могу, как я буду проходить эту гонку. Ой.
Я уделал его, прикиньте. Ух, хорошо так, как со второго попытки, кстати, сделал его. Очень приятно. Б выйти. Думал, что будет сложнее, реально, потому что очень много тьмы, и вот это прыгать, оказывается, от этих штук, вот от этих вот, да, которые сейчас здесь висят, от них очень удобно отпрыгивать, ну, в смысле, не обязательно за них цепляться, ты просто отпрыгиваешь от них. Это реально очень удобно. Я не думаю, что я там какой-то там, ну, в списке лидеров, наверное, тоже там 100 тысяч, да, 158. 158 тысяч. Так, ну, мы, главное, прошли, это уже приятно. Так, да, нам надо, значит, наверх здесь как-то выйти. Вот, а потом уже будем думать, как нам с вами там вниз прошлепать. Ой. Так, отлично, у меня здесь хоть... О, я еще и сюда же могу зайти. У меня здесь хоть есть кристаллы, от которых я могу энергию получить, а то я думал, что ну все, хана, сейчас... Ладно, нам надо попробовать сейчас наверх залезть, да? Наверх залезем. Теперь-то попроще, теперь я независимый. Не то, что раньше. Как же бы мне теперь здесь слезть, а? Ага. Ух! Yes! Еще одна половиночка. Хочет умереть. А туда никак не залезть, да? Как так-то вообще? Как так я сюда залезть не могу? Это как вы мне прикажете туда сюда попасть? Там проход какой-то сверху есть, с правой стороны он ведет, может быть... Может быть, здесь смогу пробить. Кто его знает. Ладно, попробуем, да, по крайней мере. А-а, вон оно что. Понял. Давайте карту посмотрим. Интересно, кто же в этих личиночках здесь бедный, несчастный, запутанный? Там уже меня ждут друзья. Я пока подумаю, куда мне... О-о-о-о, уже и думать поздно, да, уже все. Поздно ты думать, ты решил. А это куда открывает проход? А, вот как раз таки для того, чтобы если я захотел подумать.
Я просто к чему? Я к тому, что, может быть, как-то можно по-другому забраться. Это ж я к тому месту выбрался. Все расколотили. Сохранимся. Но я пока туда идти не хочу, вы знаете. Я хочу вот сюда зайти и вот сюда. Я как-то так все-таки мимо проскакал. Оу-е. Получилось все-таки мне запрыгнуть наверх, на верхнюю шапочку, да? Теперь мне надо пробраться вот в эту область, да? И тогда у нас с вами откроется приличненько. И возможно, кстати... А, потом еще и сюда можно будет уйти. Вот мы и на месте, да? Так, у нас здесь кошмарный друг, которого я больше всего терпеть не могу. И жук еще под раздачу попадет. Так, ну вроде как бы все. Семя? Загадочное семя. Вы нашли новый предмет. От него исходит тусклое свечение. Возможно, кто-нибудь подскажет. Кто-нибудь уж точно подскажет. Так, как раз вот это семечко мы с вами пытались отсюда вытащить. Ну, тут прям вообще кошмар кошмарский. Я даже не знаю. Воу. Идем прям в ловушку к врагу. Уже враг знает, что мы идем. Пауки настолько чувствительные, если это пауки, а это пауки уж точно. Настолько чувствительны, когда гуляют по их паутине. Я даже прыгать не могу здесь. Что они уже все поняли, когда мы только наступили. А это вот ячейка, да-да-да-да-да, ой, ячейка была, кусочек света. О, начинается. О-о-о-о! Мамашка. Привет. Я как бы... Я... Я как бы не претендую вам тут, у вас тут ни на что, если честно. Хотите, понимаешь, пожирайте тут. Более мелких. О! А эта вот штука наверху, она... Воу! Фига, она в конце меня просто разоплатила.
О, смотрите, здесь тоже что-то есть. Ой, я не успел. Прям полнейшее. Я тут посижу, я не против. Я тут как бы отсижусь. Ну как, нормально у вас там все, а? Да ё, напал, я кажется на пауков. Я, кажется, на пауков на мелких нарвал, я думал. Опа! Хорошие загрузки. И конкурсы интересные. Ты такой только появился, что сразу кусает зубы. Височек. Височек. Прыжочек. Отходим. Прыг. И мы прыг. Еще вам в лицо немножечко ракеточек. Копий. Что бы это ни было. Да, копий. Вообще проучиха мне очень нравится. Она мне нравится визуально. И мне нравится как противник. Очень любопытный босс. Гораздо сложнее по ощущениям, чем плавок. Разнообразные атаки. Маленький пятачок, и на нем эта паучиха кружится. Вроде всего у него голова только одна. Всего одна голова, которая может нанести тебе урон. Но при этом эта голова, такое чувство, что она везде просто. Куда бы ты ни залез, везде она есть. Блин, тут опасно. Не люблю я вот ее паучат ее проклятых. Терпеть их не могу просто. Давай сюда мне. Все почему? Потому что экраном не видно, а они уже ко мне летят атаковать, видите? И бьют достаточно больно. Блин, да куда ж ты бьешь-то? Я же в другую сторону совершенно наносил урон. Где еще пауки? Видимо, я слишком далеко, поэтому цель мою не фиксирует нормально. Вот опять, куда ты бьешь? Другой же цель нечего. Надо уходить, я вкинуть тебя начну канал. Ну блин, я же двойной прыжок нажимаю, вот прям тоже бесит. По мне бьют атакой, а он отрыгнуть не может. Во, опять сбили, да? Вау. И что это значит?
Он везде теперь жижа. О, я сразу умираю! Вы что издеваетесь? А, отсюда типа босса теперь. Так его фига себе! Я тут так мучился, они еще вдруг меня убивают. Новая стадия, я понял. Ой, злая, ой, злая. Ты что делать-то? Что делать-то? Уходим наверх. Здесь сюда, да? Здесь сюда. Дальше туда. Ой, нам здесь не сожрет. А, здесь, наверное, биться будем, да, за кристалл. Ух, маленький! Он остался живой! Близко к земле, как мы уже поняли, да? Нифига так они проходят. Надо уходить и подхилиться. Так, еще раз по угу дойдет. Умри, а. А, давайте в эту сторону. Сразу же уйдем. Так, ладно, вроде как бы отхилились. Так, мне нужно энергии, да побольше. Так, кого вот эти? Ой, пауки, дрянь какая, ой, дрянь.
чё, ты не умер, что ли? Говно, а. Простите. Это нервный. Так, теперь включаем, потому что иначе нам хана. Ну и как всегда, конечно же, мы... Энергию надо будет постоянно брать. Иначе не выживем вообще. Паучонок-то там лазит. Энергия. Так, теперь, наверное, можно будет поставить его так, да? Да как ты это сделала? Ну как? Я же от тебя, собака, ушел. Я победил! Фу, вот это злой враг, прям вообще злой, вы знаете. Столько всего нужно было делать. Злюка, злюка, фу, быть такой, фу. Ну, а там все, смотри, маленькие паучки сбежались. Да мне ни капли ее... Серьезно, она жива? Спасибо тебе, дух. Теперь я свободна от оков искажения, что не давали мне мыслить. Фига, у нас будет такой друг хороший. А, ну да, смотрите, вы на ниже щупальца вот эти всякие страшные были. Теперь тьма уйдет из этих недр. Вот это круто. Для равновесия всем нам нужен свет. Даже тем, кто живет глубоко под землей. Да! Блин, как я рад, что мы ее освободили. Мы будем дружить. Если он не воссоединится, то вскоре угаснет навек. Вы еще раз мне напомнили, да, о том, что у нас там друг в беде? Судьба, что постигла заросшие недра, ждет весь Невилл.
Упадок нарастает, но благодаря тебе мы обрели надежду. Отыщи остальные осколки. Блин, класс, ребят, я так счастлив. Я просто счастлив, реально. Мне нравится эта паучиха. Она реально офигенная. Офигенная, просто офигенная. Сквозь заросли. Задание выполнено. Мне очень нравится паучиха. Честное слово. И я бы не хотел, чтобы мы с ними ссорились или как-то. У нас такой будет хороший товарищ. Ты посмотри, какая она прелесть. Она очень крутая. И босс, кстати, отличный. Мне очень нравилось то, что босс живой. Понимаете, что вы... Когда передвигаетесь, например, она четко улавливает, где вы находитесь. Она конкретно атакует вас. У нее нет каких-то, знаете, таких боссов. Есть же атаки, да, вот у обычных платформеров. Как происходит? Он просто проводит свое комбо удары, и ему все равно, где вы. Он просто наносит атаки в определенную область. Например, прыгнул в правую часть карты, нанес какие-то атаки. Как вот, например, у него как есть луч, да? Но она прекрасно понимает, что куда она бьет этим лучом. Если вы с правой стороны, она будет бить в правую сторону. Если вы с левой стороны, она будет бить в левую сторону. То есть она всегда это ощущает. И когда, например, даже она на вас набегает, и вы отпрыгиваете, она сразу же разворачивается, наносит атаку именно в ту сторону, где вы находитесь. То есть это ощущается вот каким-то живым боссом. Очень понравился. Прям вот реально очень крутой. Надеюсь, что и другие порадуют. И Квалок был офигенный, и вот Паучиха, конечно, она супер. Морра ее зовут. Малыши закрыли врата над недрами? Это хорошо. Хорошо и то, что они прислали тебя за светом. Я укрыла его, когда была не в себе. Свет должен светить там, где его видно. А теперь ты... Пусть живет там, где прель и пауки. Мои дети слишком долго пробыли без матери. Скоро даже малыши вырастут и покинут родную паутину. Путь на поверхность теперь открыта. Они смогут разбрестись по всему свету. Ну как-то, знаешь, меня это не сильно радует. Потому что если они вырастут такими же, как ты, то знаешь, как-то это... Питаться же вам все равно чем-то надо. А кристалл-то я забрать могу? Что-то как-то я не улавливаю. Ну давайте посмотрим, да? Давайте зайдем и глянем, что там с деревом. Да, мы забрали его. Считается, что мы его забрали. Ладно, уходим. Фух, ну это было люто, люто было. О! Нас окружила тьма. Больше мы ничего не помним. Всегда была лишь тьма. И мама. Яркий свет нас немного пугает. Тебе тоже было страшно у нас во тьме? Мне было капец как страшно у вас во тьме, признаться честно. Мне и сейчас у вас не особо-то сильно как-то бесстрашно. Мама сказала, что заперла врата, чтобы нас уберечь. Сверху что-то шло. Те, кого оно касалось, становились другими, и мама тоже. Но благодаря тебе она снова с нами. Кстати, там паучонок-то еще маленький не был рядом, разве рядом с ней? По-моему, там еще был паучонок. Вот этот вот. Или вот этот. Нас так много. Но мама говорит, что любит нас всех одинаково. Ей было так трудно выбрать любимчика. Мы ведь ничем не отличаемся. Давайте-ка посмотрим, что у нас по карте. Ну смотрите, как бы здесь можно типа пройти. А, мы там дрались, наверное, на самом начале, да? У нас была там битва. Поэтому там показали такую точку. Может, оттуда и вернулись? Ладно, уйдем. Теперь нам, в принципе, здесь 97% пройдено, да? У нас осталась только вот эта вот локация, вот куда-то сюда-сюда вот сходить, и все. А остальное мы все уже исследовали, я так понимаю. Попробуем туда спуститься и исследовать локацию. А потом уйдем уже в лагерь.
Теперь везде появился свет, ребят. Теперь везде свет. Но это не сильно-то радует, вы знаете, здесь такие картины, что как ты думаешь, блин. Может, лучше пускай будет темно. О! Опять картограф! Ты опять меня кинешь на карту? Нафига ты мне нужен уже? Эй, привет! Жутковато здесь, а? Или только мне так кажется? С одной стороны, тьма из-за упадка опустилась довольно жуткая. А с другой, лучше уж тьма, чем то, что в ней сокрыто. Кстати, желаешь за 300? Ты знаешь, что-то как-то я не особо желаю. Ну давай, ладно, купим. Покупаем все карты, я куплю все. Благодарю. Я просто уверяю вас, только маленький отрывочек карты, который... Вот, да-да-да-да, вот этот вот нам и откроется. Мы все уже здесь скрыли. Не сильно удачное приобретение, вам так не кажется? Должен признать, я очень рад тебя видеть. А то этот беспросветный мрак кругом, силы уже нет терпеть, даже ради карт. Знаешь, что мне нравится? Мне нравится создание, у которых по две руки и две ноги. Бывают еще такие, у кого две руки, зато ног четыре. Против этих ребят тоже ничего не имею. Шесть конечностей любому за глаза хватит. Разве нет? А вот больше уже перебор. Ну да, ты парень-то зря сюда походу тогда пришел. Потому что здесь этих ног... Я тебе так скажу, столько... Что просто мама не горюй. Так, давайте вскроем, да, вот. Так, новая частичка, да? Волна духов. Вы получили новый осколок духов. Чем больше у вас духовного света, тем больше урона вы наносите для использования. Нажмите духовного света. Это я так понимаю, что вот именно вот этих частиц, да, которые мы находим. Ну, это прям вообще хай-левельный контент, скажем так, да. Если вы будете собираться в этого все, то там урон будет серьезный. Особенно, когда уже некуда будет девать эти частички. Ты уже все купил, а их все равно у тебя много. Но под конец это прям совсем будет решать. Но, с другой стороны, наверное, и, может быть, как-то ухудшит сам геймплей. Потому что ты будешь убивать всех слишком быстро. Вы наносите больше урона, когда у вас есть духовный свет. Максимум 6000 искр. То есть, в принципе, уже... А, там максимум 3000 искр, смотрите, да? А тут 6000. Ну, в принципе, интересненькая вещь. Можно вообще в урон уйти. Так, давайте посмотрим, все ли мы... 98, ты посмотри, а? Вот же зараза. А что ж здесь тогда еще такого скрыто, что я не смог достать? Может быть, сюда надо уйти и вернуться? Ну, туда меня не пускают. Там, где мы с паучихой дрались. Я тут вообще все излазил. Ну, вот все же, реально. Посмотрите, все места, все вскрыто. Какие-то прям... Нычки? Я даже не знаю, что и сказать. Нычки настолько спрятаны, что не найти. Вообще все здесь излазил. Ладно, я даже боюсь представить, как я буду дальше, наверное, с трудом что-то отыскивать в будущем. Давайте вернемся в город. Я думаю, что в город нам как раз таки и надо. Предлагаю сразу сходить, наверное, улучшиться, да? Давайте поговорим, может быть, что-то новое. В Нивине все меняется, дух. Не нравится мне это. Ты ведь и есть дух, да? Кто еще вернул бы свет в заросшие недра? Не так уж это и хорошо. Теперь везде бегают крохотные паучата. Пойди попробуй на них не наступить. Так что я теперь внимательно смотрю под ноги, оно и понятно, если вспомнить их матушку. Та сразу куснет, только попробуй наступить. Надеюсь, у нас-то их теперь здесь не везде, а целая куча. Или у нас их теперь везде целая.
О, смотрите, откуда здесь котел появился. Давайте посмотрим. Я хочу, знаете, что улучшить? Хочу улучшить вот это. Мне очень нравится эта атака, и учитывая то, что мы с вами можем вытворять ей, это было бы очень супер. Так, это что такое? Пламя. А искра, искра не качается, да? Ну, опять же, бумеранг я вообще не брал. Этой атакой я практически не пользуюсь. Пробовал пользоваться турелью, ну, как-то такое. Я что-то меня не сильно заинтересовало. Кстати, копье тоже хорошее. Взрывается при попадании. Но учитывая, что я эти атаки использую, наверное, стоит взять. Да, давайте возьмем. Считаю, что это самая топовая вещь из всех тех, которые у нас есть. Есть семечко у нас еще одно. Давайте отведем. Как успехи идут. Получилось найти семена. Ну да, еще вот одно. Так, счастье светлячков. Из-за упадка дни становятся все короче, и ловцы света никак не могут наполнить свои луковички. Ну давайте возьмем, наполним. Тогда приступим. Угу. Ну а теперь сможем цепляться нормально. Тебе довелось видеть светлячков. Это просто потрясающие создания, и они обожают ловцы света. Летят на свет от цветка к цветку. К сожалению, у меня ничего не друг. Пока нет. Естественно, со временем появится. Так, ну мы вроде как бы везде прокачались. А что это такое? Это что за наросты? Или это улитки, или мне кажется? Вообще непонятно. Говорят, что колесо не давало крутиться огромное чудовище с щупальцами. Так, ну это мы читали. Типа, что я слишком маленький, это вообще не моя заслуга. Вау. А, ну да. Ладно. Они лопаются. Я-то думал, что мы сможем залезть наверх. А, мы так мы можем. Почему только тогда мне не давали? Непонятно. Ура, заберем. Здесь мы вообще не были еще ни разу. Ну, конечно. Ну, хоть так залезем. Авантюра. Мы получили новый осколок духов. С ним враги станут более живучими и будут наносить больше урона. Зато вы сможете получать из них больше духовного света для использования. Нажмите. Но по сути это для фарма хорошо. Опять же, нужен ли нам этот фарм? Вот в этом-то весь вопрос. Если нужен, то да, конечно, вещь знатная. Пригодится. Давайте посмотрим, кстати, сколько мы там понаоткрывали. 92% тем временем. У нас еще здесь не хожено. И там песок нас не пускает сюда, можно будет сходить. Кстати, можем сходить в пещерку. Мы там не были в прошлый раз, да? Я думаю, что стоит. Мы сейчас как раз туда, наверное, и отправимся. Нам он сказал, свет нам нужен? У нас он есть. Нет, давай, наверное, вот так вот лучше. Прикольно. Еще раз. Заберем. О, это тоже считается, смотри-ка, да? За нашу локацию. Ой. Так, водичка. Ох, как ты желудь-то далеко уронил, друг мой. Как так-то, а? Так, ну мы можем уплыть наверх. А вот и желудь. Ура! Вы нашли новый предмет для задания. Желудь называется предмет. Давайте еще здесь что-то посмотрим. Вообще очень любопытно. Может быть, это я сломать могу? Да вроде нет.
там, наверное, через верх выйдем, да? Так и есть. И что это все только ради желудя? Серьезно? Да ладно, я не верю. Может, мы что-то здесь не доглядели? Странно. Ой. Вот так вот. Ну, блин, ладно. Что, ради желудя, так ради желудя. Это он! Мой желудь! Больше никогда его из рук не выпущу. Большой сосуд с духовным светом. Так, за духовный свет можно выменивать. Ну, это мы знаем. Задание выполняем. Но все равно как-то маловато для того помещения, я считаю, да? Как-то маловато. Вам так не кажется? Нам даже очков не дали за то, что мы исследовали эту пещеру. То есть мы ничего не получили. Ноль. 92% как было, так и есть. Странно. Когда-нибудь я перестану бояться темноты. Когда-нибудь. Так. Ну что же нам делать, дорогие друзья? Нам надо, наверное, уходить отсюда, да? Уходить в другое место. Идем в следующую локацию. Где у нас тут еще остались-то основные задания? В Снежные горы нам осталось сходить, да? Опять же, это же ведь не последний осколок. Это ведь не последний был осколок. Там еще что-то было. Во-первых, в снега идти, а во-вторых, еще помню, что нам нужно было бы идти в какие-то то ли пустыни, то ли куда. Ну вот, дом его предка, да, это вот, наверное, про него он говорит. Нам, возможно, сюда и надо будет идти. К грому. Ну вот тут, в принципе, одна частица, остальные все мы уже добыли. Нет, подожди, вот же еще, да, пятый элемент. То есть есть 4 и 5 в центре последний. Вполне возможно, что он будет добываться как раз вот в этих мертвых землях. Но посмотрим, посмотрим. Увидим это мы все, дорогие друзья, в следующей серии. Может быть, вам показалось, что серия получилась не очень длинной. Но на самом деле для меня она была довольно-таки длинной. Потому что с боссом дрался я какое-то время, знаете, нормальное время подрался с боссом. Босс был непростой. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то не забывайте поставить пальчик вверх, обязательно напишите комментарий. Ну и, конечно же, подписывайтесь на каналы. Подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на Twitch. Везде приходите, везде круто, везде весело. Ну а с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю. Увидимся в новых приключениях. Всем пока.